Welcome to Belarus. Так сейчас выглядит трубачист современный. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коменбай. Я хочу сказать вам о замечательном событии, которое пройдет в 2019 году с 18 по 20 октября в Республике Беларусь в Гродно. Пройдет международный фестиваль печников и трубачистов. Да, вам не показалось, именно трубачистов. На этот семинар приглашены друзья, коллеги, специалисты, которые будут рассказывать о своих буднях, будут проводиться различные конкурсы. Я внизу вам оставлю ссылку, по которой вы можете ознакомиться, вы можете приехать на этот семинар, присутствовать. Я сам буду с 18 по 19 числа в Гродно на этом семинаре. Меня пригласили как спикера рассказать о дымоходах. Тему я предварительно уже озвучил, она есть в программе, но, возможно, она поменяется. Этот семинар будет полезен специалистам. Ну и, конечно, кто хочет со мной пообщаться лично, то приезжайте, пообщаемся. Семинар очень интересный. Буквально месяц назад меня зарегистрировали на WhatsApp. Группа называется «Черные братья». Да я не смотрел, я сразу ее отключил. «Черные братья», что за байкеры какие-то? Потому что меня постоянно в какие-то группы добавляют, и я отключаюсь, даже не смотрю. Ну, мне неинтересно это. Нет у меня столько времени, чтобы лазить в группах. Я удаляюсь из этой группы. И через некоторое время со мной связывается Денис, трубачист, который работает в Гродно, и говорит: «Дмитрий, не хочешь ли ты поучаствовать в нашем семинаре?» Я говорю: «Да, никаких проблем». И он меня добавляет снова же в группу WhatsApp «Черные братья». А я в шоке, если честно. Да, это оказывается общество трубачистов. Как потом выяснилось, я уже начал эту тему так углубленно изучать, трубачисты называют себя «Черными братьями». Это та профессия, это уважаемая профессия. А вот так сейчас выглядит трубачист современный. Вы, наверное, знаете, если не знаете, то я вам расскажу. Если вы видите трубачиста, то люди, как правило, ну, в Европе, в Англии, они дотрагиваются до пуговиц трубачистов. Это символизирует богатство, счастье. Поэтому, если вы увидели вот современного трубачиста в таком кителе красивом, с пуговичками, подойдите, дотроньтесь. Но это принято так. Профессия, которая на протяжении двух столетий существует уже. Это профессия, которая переходит из поколения в поколение. И, к сожалению, да, у нас исторически сложилось, что нас сравняли с землей в свое время. Но теперь у нас, слава богу, печное отопление, слава богу, профессия трубачистов, она становится востребованной. Поэтому на этом семинаре вы узнаете очень много нового. На этом семинаре также будут представлены производители дымоходов. На этом семинаре вы найдете контакты определенные, вы пообщаетесь с людьми, с интересными людьми. С вами был Дмитрий Михайлов, Коменбай, всем хорошего настроения. Конечно, не забываем подписываться на мой канал и заходить в Инстаграм. Welcome to Belarus. Пока.